Ни для кого не секрет, что Ставрополь считается зеленым городом. И чтобы поддерживать это звание, в минувшую субботу на бульваре генерала Ермолова были высажены новые деревья. Акция прошла в рамках молодежного проекта по озеленению города. Экоактивисты при поддержке администрации смогли высадить более 100 новых саженцев. Вообще, конечно, и в этом году, и в прошлом году по городу очень много погибло деревьев. И мы, конечно, должны сделать все для того, чтобы вот эти погибшие деревья, их восстановить. Вот. В акции участвовали не только взрослые, но и дети. Маленькие работники активно помогали в высадке деревьев. И вот, знаете, я очень благодарен и молодежи, и жителям города Ставрополя, которые очень активно участвуют в таких мероприятиях по посадке деревьев. Вот, вот я вчера сажал на бульваре Ермолова деревья, вот, и, знаете, очень много было детишек. И вот он еще лопату как следует не держит, но такое у него напор, целеустремление. То есть я думаю, если он посадит это дерево, вот, то у него надолго сохранится, что этими вопросами надо заниматься. И о озеленении города Ставрополя, конечно же, надо заботиться. На территории, которую ранее считали непригодной, высадили более 50 видов различных деревьев. Благодаря усилиям активистов, теперь здесь находится множество растительности и кустарников. Начинали с детьми сажать, высадили более 500 дубов с детьми. Вот, далее за ними сейчас ухаживаем потихоньку. Сегодня здесь даже дети участвуют, которые тогда с нами были на посадке. Они уже выросли, прям так же, как и дубы, потихоньку растут. Вот, сегодня мы территорию досадили полностью уже. Вот, даем уход деревьям, которые ранее были здесь посажены и растут. Повышаем плодородие вокруг них, мульчируем, полем. Помимо пользы для города, каждый, кто участвовал в озеленении, открыл для себя что-то новое. Делать наш город более красивым, привлекательным. Старые деревья посажены здесь уже давно, соответственно, их нужно заменить. Поэтому высадим молодые деревья, они подрастут и будут радовать всех наших горожан своим внешним видом прекрасным. А мы будем радоваться, что мы участвовали в этом. Когда узнала об этом, одна из первых подала списки, потому что считаю, что это очень прекрасное дело для нашей планеты. Что мы можем посадить дерево, мы можем украсить город, мы можем сделать нашу планету немножко лучше. Природе помогать — это очень полезно и правильно. На этом акция не заканчивается, а наоборот, только набирает обороты. В дальнейшем в городе планируют облагородить те улицы, на которых ранее были спилены сухие деревья. Светлана Кухтина, Игорь Маслиев, Евгений Зорин, АТВ Ставрополь.